Ну, лично я очень счастлива, что у нас вышел такой закон, потому что наше телевидение смотрят дети. И я считаю, что мы должны бороться как с алкоголем, так с курением, так и с матом. И если человек ругается матом, то, поверьте мне, это не от большой культуры. И я за то, чтобы этот закон был и развивался дальше. Спасибо.